Друзья, всем привет-привет! Добро пожаловать на канале «В гостях у Милы Людмилы». И сегодня мы будем готовить стручковую фасоль. Для этого нам понадобится репчатый лук, 2 средние луковицы, 2 яйца и, конечно, пачка стручковой фасоли. Уже масло нагрелось и отправляем в сковороду наш лучок. Лук мы пожарим до нежно-золотистого цвета. Сильно мы его не будем обжаривать. Ну, а пока наш лук будет обжариваться, мы займемся фасолью. Открыли пачку фасоли. Посмотрите, какая фасоль красивая, зелененькая. И мы ее промыли под проточенную воду. Все, ждем, пока наш лучок порумянится. И отправим, конечно, к нашему луку. Все, видите, какой лучок? Нежно такой, золотистый. Не нужно сильно обжаривать лучок. И отправляем нашу пачку вот стручковой фасоли к луку. Нужно сейчас перемешать хорошо. Затем я накрою крышкой и оставлю тушиться на медленном огне минут 10-15. Вот из такой пачки, друзья, стручковой фасоли можно накормить семью. Да, куплена была пачка за 80 рублей, 2 яйца. Очень скромно, очень вкусно получается вот эта фасоль. Наша фасоль уже потушилась. Я почистила чесночок, 2 яйца отправила. Солим по вкусу, перчим, если вы любите черный перец. Перемешаем и также отправим на минутки 2 под крышкой. И вот все. Наш обед готов. Приятного аппетита. Готовьте со мной, готовьте лучше меня. И до скорых встреч на моем канале «В гостях у Милы Людмилы». Всем мира, добра, счастья и удачи. Пока!